вообще кайф. Так что я давно уже не видела. Молодец. Такого молодец. Красивого. Правда. Вот соскучились, да? Правда? Они все хорошие. Вот просто рассмотрю, мне вот часов. Потому что удивительно, приятно. Я все хорошо снимаю. Хорошо? Она хорошо стояла. Чуть-чуть темперамент. Она вообще по сравнению с Обсковым так похорошела. Я тебе первый раз такой видел. Кормим. Фига себе, как хорошо. Так, давай, а то мы сейчас... Да, он предупредил. Ничего, да? Хорошо все, нормально. Достойно. И она вообще очень прекрасна. Она такая была... Такая, ну, худоватая. Такая вот. А сейчас? Она второй «Россию-2» лучший юниор, «Россия-1» лучшая супер. Леш, даже если бы она у тебя из очень хорошей не вылезала, я бы тебе все равно сегодня сказала то же самое. Но все равно, что она у тебя получает. Я тебе просто говорю, что сегодня она очень хорошая. Ну, человек оценивает качество собаки, а ты... Я тебе говорю про качество собаки, а не про ее результаты. Ну, меняется, лучше стоит. Очень поменяется. И очень хорошо. Ну, а с мамой сравнить как? Кто? Ну, ты знаешь, вот мне это нравится гораздо больше. Кто? А кто у нее папа? Папа Оливер. А, у нее Ипсон. Ипсон, фон Виспас. Она им бредная на Оливера. На Оливера там и там стоит. Хорошо, я поняла. Ну. Да, я